Воспитанники отряда «Юный спецназовец» провели традиционный августовский марш-бросок, посвященный дню рождения отдела специального назначения «Штурм» Ярославского УФСИН. Более 20 километров по окрестностям Ярославля за 2,5 часа. Возраст юных спецназовцев от 8 до 16 лет. В этом нелегком испытании детей поддержали родители и руководитель отряда. Финишировали спецназовцы на берегу Волги в районе Диево-Городище. Все участники забега получили на память вымпелы с символикой юного спецназовца, памятные грамоты и подарки. На финише бегунов приветствовал Валерий Шугаев, в недавнем прошлом командир отряда «Штурм». Именно в пору его руководства спецназом и был создан юный спецназовец. Сегодня мы пробежали дистанцию 20 километров за 2 часа. И этим мы доказали, что у нас есть сила воли и сила духа. Приятно то, что выходцы из клуба вашего, или будем говорить нашего отряда, уже служат в настоящем спецподразделении. Поэтому так держать, я все-таки решусь, конечно, уже с определенными условиями не добегу 30 километров, но на следующий год решусь все-таки